Это кто забрался в мамину постельку? Это кто забрался? Кто забрался в мамину постельку? На подушку? Кто залез под одеялко? Не хочу спать у ног. Ребята, аномалия погоды. апреля. Идет снег. Давайте посмотрим с этой стороны. Снег. Смотрите. Видите? Снег. А у меня клубника цветет. И хорошо, что я еще томаты не высадила. А вчера просто как собиралась. Температура, конечно, снизилась градусов, наверное, 5. Ну, холодно, очень холодно, такой пронизывающий холод, ветер еще. Вот вам и 27 апреля. Поэтому неудивительно, если и в середине мая, неудивительно, если в середине лета, июнь, пойдет снег. Такие изменения погоды происходят сейчас, наверное, везде. Не могу сказать, хорошо это или плохо, наверное, просто время чему-то меняться. Очевидно просто. Просто идут изменения, такие глобальные, на разных уровнях, поэтому, наверное, это нормально. Просто как-то оно непривычно чувствуется. Мы опять включили кондиционер, опять обогревание, потому что в комнате похолодало. Проснулась, да? Проснулась. Даже 2 градуса, видите, я даже ошиблась, еще меньше. Всю неделю дожди, но видите, температура все равно поднимется до 20 так, градусов примерно. В общем, я думаю, что лето, наверное, не стоит ждать так, чтобы сильно рассчитывать на какие-то посадки. Что будет родить, не знаю. Но посмотрим, в общем, посмотрим. Надо просто к югу переезжать. К югу! Переезжаем к югу! Ближе, там, где тепло. По крайней мере, не так чувствуются эти перепады.